в общем и целом, я сказал некорректными словами все это, но посыл остается как бы своим посылом, что мы за своими детьми все стараемся, кто-то в большей мере, кто-то в меньшей мере следить за их воспитанием в особой мере. Конкретно я и конкретно есть такие родители в нашем классе. Какие-то родители за этим следить не хотят и спускают все на самотек. Ситуация не из-за самой конкретной ручки, а из-за поведения другого ребенка, который позволяет себе брать чужие вещи, их разбирать, ломать, и вот это все. Это касается не только моего ребенка, но и, возможно, ваших детей. Да, опять же, я сейчас скажу, что я не хочу оскорбить вас, как бы всех, да, это касается отдельных родителей, которые не занимаются воспитанием детей. То есть с вашими детьми то же самое может случиться, у вас могут быть такие же, как у меня, порывы гнева по этому поводу, что кто-то не воспитывает своего ребенка в то время, как вы обучаете, что ни девочек трогать нельзя, ни чужое трогать нельзя, ни воровать нельзя, ничего, а другие дети просто на это все плюют, да, потому что их не обучили родители. Как бы не хотел никого оскорбить, кого эта ситуация не касается. И, ну, то есть, сорвался, так получилось. Но, как бы, посыл остается своим посылом. Угроз никаких нет. Никого не хочу там бить, ничего. Это, ну, просто психанул.